Ну вот, добро пожаловать, уважаемый господин президент. Да, еще раз поздравляю от всего сердца, желаю действительно народу Казахстана и всем национальностям, всем желаю доброго здоровья, многих лет жизни, стабильности в стране. Я думаю, что у Казахстана прекрасное будущее. Это великий народ с огромной историей. Еще раз поздравляю, пожалуйста, передайте самые наилучшие пожелания Нурсултану Абишевичу, передайте самые наилучшие пожелания президенту и всем моим друзьям, коллегам.